В Ленске продолжаются подготовительные работы на новом блоке биологической очистки. На днях там прошла первичная приемка энергоблока. Он представляет собой несколько объектов, предназначенных для теплоснабжения очистного комплекса. Вместе с приемной комиссией на блоке биологической очистки побывал Сергей Евсюков. Предварительная приемка – это большей частью визуальный осмотр оборудования и систем подачи воды и газа. Провели его около 20 специалистов, представители производственного управления «Алмаздортранс», Ленского отделения УКС и Ленского предприятия тепловых и энергетических сетей. Представители нашей комиссии проходят по всем этим объектам, осматривают, дают свои рекомендации, замечания, предложения для того, чтобы войти в отопительный сезон и беспрепятственно отработать эту зиму. Однако до эксплуатации энергоблока, включающего газовую котельную, дизельную подстанцию и парк резервного топлива, еще далеко. Прежде необходимо провести пусконаладку и ряд других подготовительных мероприятий. Пусконаладкой займутся специалисты электротехнической компании из города Санкт-Петербурга, которые вместе с другими членами комиссии также осматривали объект. На ближайшее время у них работы хватит. Сборка, поставка, наладка систем автоматизации данной котельной, плюс шеф-монтаж, ну и пусконаладка, индивидуальные испытания, которые уже проведены. И далее создание алгоритма работы и всех систем защиты. В удачном запуске котельной специалисты из Санкт-Петербурга не сомневаются. Это не первый визит петроградцев. В свое время они уже посещали объект и занимались монтажом отдельного оборудования. Так что остается только начать. Но это не быстрый процесс. Сроки проведения пусконаладочных работ на энергоблоке займут примерно месяц-полтора. Далее еще подготовка различной разрешительной документации. Но к Новому году, говорят специалисты, объект должен выйти на эксплуатационный режим.